тоже, что ли? Ничего. Итак, нет. Мы подъезжаем, Олег. Включите, пожалуйста. Звонов Александр Александрович. Звонов Александр Александрович. Да, то вот мы сейчас с ним и познакомимся. А, вон он. У нас Александр Александрович. Все улыбаются. Отлично. Пойдемте. Знакомьтесь, Саня. Исторический момент. Сан Саныч, здравствуйте. 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 Ярослав Старухин. Очень Ярослав. Летописец земли русской. Проходите. Спасибо большое. Ездим по планете Земля и записываем умные вещи, которые могут быть полезны будущим поколениям, ну и сегодняшним тоже. Чем можем осчастливить Землю-матушку, чем можем порадовать в первую очередь россиян. Все-таки мы в России, мы должны думать о своих гражданах. Молодец, Ярослав. Миша, мы тоже молодец. Да, Олег. Как вы познакомились с Олегом? Вот сразу задаем вопрос, как вы познакомились с Олегом? С Олегом познакомился давно уже. Давно? Пять? Побольше. Шесть? Побольше. Он вас после того, как он пришел с изобретением. Ага. Вот он говорит, называет вас своим руководителем, научным руководителем. Да, это научный руководитель. Я очень польщен. Отлично. Я очень польщен. Так, ну вы здесь живете. Да, здесь живем. И здесь у вас из крыши бьет лазерный меч джедая. Не знаю. И вы получаете электроэнергию из ионосферы. Наслышаны. Так мы на даче. Мы же вот... И вот такой вот ваш участок, то есть ни ничего, картошки, да, ничего лишнего, ни картошки. Да. Это не успел я еще не освоил здесь. Это когда я уволился в 90-м году, уже давно, вот получил участок. Ага. Значит, после того, как закончил военную службу. И что в деревню, вот на дачу, наверное, если желаете, можем в баню устроить, съездить. На берегу Волги тоже бесплатный участок получил от Советского Союза. На берегу Волги? И прям в Волгу можно нырять? Можно. Из бани? Ну, это вообще шикарно. Рядом пруд. Так что я вас приглашаю. Да, ну, есть повод еще раз наведаться и не раз. Прошу, не раз, да, приедем. Так, вот я только что собрался там. Ну, вот. Видел тут яма такая. Угу. Завтра проник туда. А я собрался. Твоя машина? Ну да. Туалет. Туалет направо. Вот гостиная вот здесь. Угу. Прошу извините, так вот заходите. Чай сделаем, 100 грамм боевых. Боевых 100 грамм. Кто хочет боевых 100 грамм? Прежде чем претендовать на 100 грамм боевые, ты должен ответить на вопрос, что ты сделал для победы Родины сегодня? Сложный материал. Так, ну, новый. Так, история такая стоп. Сядем за столик, когда я спущу.
Но смотрим, что у нас мужчины не только баранку могут вертеть, не только языком вертеть, но вот еще и чашки умеют вертеть, мыть, так сказать, посуду. То есть адаптированно, социализированно. Не совсем белоручки. Тщательнее, тщательнее.